Глава района Олег Хромов провел еженедельное оперативное совещание. В числе основных задач, озвученных на совещании, приведение до наступления холодов в порядок территории района, вывоз мусора, завершение благоустроительных работ. Работа системы «Добродел». Анализ поступающих на этот портал обращений и жалоб должен осуществляться службами ежедневно, а меры приниматься незамедлительно. Также были рассмотрены вопросы организации диспансеризации населения и обеспечения безопасности граждан на железнодорожных переездах. В 13 ноября в 14 часов во дворце спорта «Видный» состоится форум председателей советов многоквартирных домов Московской области «Управдом». В ходе форума планируется обсудить проблемы взаимодействия собственников с управляющими организациями, участие собственников в реализации программы капитального ремонта многоквартирного дома, а также развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Московской области. В Доме культуры «Буревестник» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. «Я, ты, он, она. Вместе целая страна». В праздничной программе принимали участие воспитанники детского сада номер 20 «Василек», участники клубных формирований, театральной студии «Зеркало», студии эстрадных и восточных танцев «Гюнеш», танцевального коллектива «Вдохновение», а также вокалисты студии эстрадного вокала города «Видное». Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек, и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.